В этом экспресс-обзоре мы расскажем об адаптере Sigeta Photo FX для крепления смартфона на оптические приборы. Адаптер состоит из двух основных частей – направляющей рейки с хомутом и площадки крепления смартфона. Направляющая рейка выполнена из черненого алюминия. В верхней части расположен подвижный хомут, зажим которого регулируется металлическим винтом М6. В нижней части есть паз для крепления площадки смартфона. Площадка из прочного пластика и имеет подложки из эластомера для защиты смартфона от повреждений. Ее ширина регулируется металлическим винтом М4. Площадка крепится к рейке стандартным фотовинтом 1/4 дюйма и имеет возможность подвижек и вращения. Кроме того, на торце площадки имеется еще одна внутренняя фоторезьба. С ее помощью площадку можно установить на фотоштатив и проводить бытовые съемки непосредственно смартфоном. Как же работает этот адаптер? Закрепим хомут на окуляре телескопа. Установим смартфон. Подвижкой и вращением площадки добьемся соосности окуляра и камеры смартфона. При этом поле зрения окуляра на экране будет симметрично и равномерно освещено. Готово. Наводим телескоп на нужный объект, подстраиваем резкость и делаем фото или видео. Адаптер хорошо исполнен и функционален, поэтому мы можем рекомендовать его для использования как на телескопах для астрофотографии, так и на биноклях для ландшафтной фотосъемки, а также фотографии микромира через микроскопы.